мы сейчас возьмем венца. Например, одета франковка сухе, зеленый, белый. Я сейчас не вижу розового. Полосы. Короче, тут выглядит вот так. У людей все красиво растет укроп, в отличие от нашего. Крутяк. Так, что, будем звонить? Пошли туда. Туда прям пойдем? Да. Так я думаю, может, давай наберем сначала? Да пошли по туда. Ну ладно, пошли. Видишь, снимаем. Агой! Чего? Ты думаешь? Может, у них открыто? Ну ладно, будем, вам покажем. Агой! Добрый день, можем купить винко? Написано. Оружие вы маете? А можем без рушек? Дякую. Ружево 1 літр, попросим. А вот оно, розовое вино. Пойдем посмотрим на наш огородик. Значит, я недавно вырвала укропчик, покрошила его, остались у меня такие остатки. Думаю, может быть, он подрастет и еще можно будет с него какие-нибудь... Ой, киси, перта. Киси, кс-кс-кс. Перта, перта. Кс-кс-кс. Я так думаю, к нам сейчас придет киси. Ой, киси. Киси, а что это у тебя за красный значок на шее? Киси, покажи мне, что это за GPS номер? Форесто. Дима, ты видел? Кисти, шо с кисти? Робот этот вот такой. Котяча жопа. Никто не видел. Короче, продул. Боже, впало. А где Берта? Сейчас должна Берта, по-моему, прийти. Короче, у нас не опять домашнее видео, потому что у нас... О, китюк! Оно, звир! Киси! Короче, у нас такая хреновая погода. Если, в принципе, люди догадались, какое слово я хотела назвать. Значит, вообще пасмурно, очень холодно. Короче, так а что оранжевое в нее? Я не знаю, блядь, какой нет. GPS навигатор, киси. Китти! Светящийся за. А, ты думаешь, что светится? О, светится! Китти моя щу! Добрый! Добрый! А ну, аж два я! А ну! А что это есть таки на том-то... А, то я не ваш, а то я далее. А, я то мислила, что то я ваш. А, боже, Дима, как его выключить? Берта, киси, ну хватит, ну. Подошла соседка, поздоровалась, короче. Говорит, коты у вас, ну куда ты топчешь мою зелень? Ну, вы посмотрите на это. Киси. Ну, короче, мы очень любим котов. Китти. Ты понял? Кизи. Так, значит, продолжим. Смотрите, как подросла моя, короче, капуста. Значит, редиски нету, но беда, короче, с моими помидорами.
Есть такая болезнь, которую желтые листочки на них нападают. Я их, в принципе, пообщипывала лишнее. Ну, короче, посмотрим, что будет дальше. Война. А что, она нападает? Ну, да, нападает. А что, горчить? Китти, ты котик? Ну, что такое? Мурочка. Ну, что так? О, боже. Кисси, ну, злится на тебя. Дима. Берта. Берта, кися. Бердуш. Беруш. Дим. Все, отпускай. Я же ее спасаю на руку. А ты че? Ты агрессор. Мой боже, кошмар. Опять начинается война. Ой, кошмар. Убежала черная кошка. Значит, петрушка моя растет. С помидорами, короче, беда, но не знаю я. Может, купить какое-то средство или не купить. Подросла чуть-чуть цибулька, ну, розмаринчик, как всегда. И у меня произошла беда, короче, пропала одна капусточка. Она большим ветром, короче, ее просто сломала. Ну, а так остальная растет. Так что вот такое огородне-котячее видео, потому что мы просто отвлекаемся на котов. Кизи! Кизи! Ну, капуста! Ну, когда ты наступил на укропчик! Ну, аккуратненько с этим поступай. Ну, аккуратно, ну, Дима. Так это жирненький котик. Жирненький кизи. Ну, тянет, тянет на огород. Ну, ладно. А на этом наше огороднее видео заканчивается. Так что всем хороших выходных. Берта какая-то злая женщина. ПМС. Может, и ПМСница. Как-то затяжной у нее период ПМС. Ну, короче, класс вообще. Ну, витюхи. Витюхи. Изюньки мои, изюньки мои. Да, сделаем такую красивенькую фотографию. А потом можно делать фотографии. Куда ты? Ускользнула. Ну, короче, еще раз с вами прощаюсь. Всем пока.